Не все дожили до победы. Автор мой папа Андрей Чичиков. Не все дожили до победы, сражаясь насмерть на полях. И часто вспоминают деды о тех нелегких временах. О том, как шли в атаку смело, себя ни капли не щадя. Как все вокруг огнем горело, как мать от пуль спасла дитя. Когда же, истекая кровью, не собирались отступать, как с невозможно сильной болью им приходилось воевать. И как израненный солдат, собравшись из последних сил, с земли подняв свой автомат, фашистов взвод остановил. Не все дожили до победы, о них мы помним и скорбим. И до земли поклон вам, деды, мы в сердце подвиг ваш храним.